Физкульт, привет! Церемония награждения победителей 11-го конкурса интернет-проектов «Мы в интернете» открыта! Для конкурса, который уже живет 10 лет в интернете и вместе с вами живет, то это такое большое значимое событие для всех, для нас. Что самое удивительное, все эти 10 лет компания Уфанет вместе с вами доказывает, что интернет — это та среда, где можно знакомиться, можно находить себе единомышленников, можно развиваться. В этом году конкурс посвящен спортивной теме. Интернет вот за эти годы, за эти 10 лет вошел действительно, наверное, в каждую семью в мире. И если пользователей у телевизионных экранов было на чемпионате мира по хоккею более 100 миллионов, то входов пользователей интернета было более миллиарда человек. Впереди у нас эстафета олимпийского огня будет проходить в республике, которую также увидят пользователи интернета. Эстафета универсиады, чемпионат мира по шашкам, где будут также представлены наши интернет-ресурсы нашей компании «Уфанет». В этом году впервые за 11 лет своего существования он был проведен на территории трех регионов России – Республик Башкортостан, Татарстан и Оренбургской области. Напоминаем, что победители награждаются... Все было организовано на высшем уровне. Первый раз приехали и просто радуемся, в шоке от увиденного. Спасибо всем. Наш интернет-проект представляет пейнтбольный клуб Восточного Оренбуржья. Мы хотим, чтобы в первую очередь молодые парнишки маленькие увлеклись этим видом спорта. Наша компания называется «Салават Спортсервис», ну и, соответственно, сайт тоже «Салават Спортсервис». В общем, эта организация, она продвигает спорт в Салавате. Поскольку у нас очень много секций, нужно как-то все эти секции донести до людей. А вот какая сейчас самая популярная площадка? Ну, конечно, интернет, там можно все что угодно опубликовать. Вот поэтому мы решили сделать сайт. Кроме того, что там есть расписание, мы еще публикуем спортивные новости, достижения наших спортсменов. Вот если позволите, я скажу одно очень мировое достижение. У нас есть пловец Полина Егорова, наша воспитанница. И вот на соревнованиях в Стрельтамаке она побила мировой рекорд по плаванию на спине. Наш проект представляет собой официальное сообщество ВКонтакте СПД клуба «Октябрьский». То есть проект уже 3 года, у него более 3000 человек. То есть цель проекта – это вовлечение в этот вид спорта как можно большие массы людей, в том числе и молодежь. Если честно, нам не нравились, как официальные СМИ освещают хоккей. И мы хотели создать свой ресурс, чтобы сами освещать более глубоко, более полно, более, может быть, интересно. Ну и надеюсь, что у нас в какой-то мере это получается. Наш интернет-проект стартовал в августе 2009 года. Собственно, как говорится, спрос рождает предложение. У нас в городе Орске активно начал развиваться футбол в 2009 году, так сказать, возрождать стали. Чтобы футболисты общались, была среда для общения, там, форум, чат, и освещались все спортивные, именно футбольные мероприятия города и в целом Восточного Оренбуржья, был создан данный проект. Конкурса «Мы в интернете 2014».